Биеннале – это выставка современной живописи, проводимая раз в два года. В 2016-м Украина стала почетным гостем Биеннале в Германии. А уже в конце сентября прошлого года этот творческий обмен получил продолжение в Киеве. Первую Биеннале провели Министерство культуры совместно с Мистецким арсеналом и Национальным художественным музеем. Состояла выставка из двух частей. Первая – конкурсные работы молодых художников, а вторая – проект авторитетных представителей украинского искусства. Це мотивація для розвитку, тому що участь у кожному такому масштабному заході – це для художника, для портфоліо художника, для його так, творчої біографії – це завжди дуже важливо. Не тільки для творчого зростання, а й для того, щоб презентувати себе далі десь на світових майданчиках. В следующем году эстафету примет Харьковщина. Подготовка к биеннале уже стартовала. В рамках фестиваля планируются музыкальные перформансы, лекции, публичные дискуссии и показы фильмов. В 2017-м для участия в Киевском биеннале было подано порядка 400 заявок. Для Харькова это большая честь, радость, но и ответственность, что мы являемся вторым городом, принимающим такое серьезное событие культурной жизни. Какая будет тема, мы еще не можем сказать. Эксперты выберут кураторов события, которые будут работать с конкурсными заявками участников, а также определять тему выставки. На данный момент, по словам организаторов, остро стоит проблема с выставочной площадкой. Получить на это организационную поддержку города, области, получить на это и финансовую поддержку, потому что даже если это будет заброшенный цех какого-то завода, вы же понимаете, что его нужно оснастить и светом, и электричеством, и там стенами дополнительными. То есть это, конечно, огромная работа, и организационная, и финансовая. Прием заявок от художников со всей Украины в возрасте до 35 лет начнется уже в ближайшее время. Сама выставка запланирована на осень 2019-го. Ольга Куриленко, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».